Воронежские депутаты внезапно прозрели. И под конец 2022 года заговорили о том, что проект платных парковок оказался провальным. Об этом, кажется, догадывались все жители города, кроме самих депутатов. Давайте узнаем у воронежцев, что они думают о работе белгородского концессионера. С введением платных парковок ситуация в Воронеже стала лучше, ваше мнение? Ну, вообще, я считаю, что это хороший большой шаг к цивилизованной организации, да, парковочных мест. Но немножко у нас хромает вся эта организация. Во-первых, потому что часто парковочные места не чистятся, не убираются. То есть достаточно хорошо их не организуют, первое. Второе, то, что очень многие автолюбители не платят, то есть закрывают номера там всякими карточками. Но это не совсем порядочно и хорошо. То есть либо мы все платим, и так как бы, да, эти деньги идут, опять же, на развитие парковочной инфраструктуры. Вот, либо мы платим, например, всегда за парковку. Ну, вы же сами видите, что не улучшилось. А как они были забиты, так они и забиты. А что с ним нужно сделать? Ликвидировать или как? Ну, наверное, собственность города отдать? Конечно, собственность города. Когда платить городу и в муниципальную казну не так обидно и хочется платить, а не в частные руки. Мало парковок. Больше вот наш привет главному архитектору, да, большой, и администрации, потому что порядочная, беспорядочная, хаотичная застройка, особенно центра города, куда эти новостройки просто впихивают, я не знаю, лучше сделать действительно пространство, парковки, вот, для людей, какой-то больше парков, скверов. А у нас вот тыкает, а потом мы хотим вот в эти вот 3 квадратных метра запустить машину. Поэтому, ну, мое мнение по поводу парковочных мест вот такое. Да. Каким образом? Образом, потому что стоят банкоматы, платежи, когда подъезжают на парковку, можно сразу оплатить. Удобно. И спокойно, да, удобно. То есть их ликвидировать не нужно, все? Ну, некоторые неправильно ставят машину, не по полосам, да, можно ликвидировать. Угу. Согласна со мной? Какие-то штрафы, да, вести? Да. Да, потому что неоднократно уже получали штрафы. Вот, уже знаем эту систему, уже все оплачиваем. Так, а с введением платных парковок разве больше стало мест парковочных? Да. С введением платных парковок ситуация в Воронеже улучшилась? У меня машины нет, я не знаю. Ну, вообще в целом? Ну, мешаются они для вот этих автобусов, и во всяком случае, мне так кажется. Угу. Все-таки платные парковки ввели, а мест свободных нету. И все, кому не лень, ставят на автобусных остановках машины. Ну, рядом, да. Вот, например, у цирка, там, вот где Солнечный рай, там вот эти платные парковки, и они там загораживают проезд автобусом, например. Угу. А так, вроде это для бюджета, как говорят, полезно.